Сынок милый, как ты? Хорошо, отец. Только мне не с кем говорить на итальянском. Ибрагима Пашу редко вижу. Не грусти. Матушка, вы здоровы, надеюсь? Мы так весело с внуками время проводим. И повелитель здесь. Чудно. Госпожа, что вы задумали? Пошли. Повелитель, Валиде. Здравствуй, Махидавран, как ты? Хорошо, господин. А Хюрем где? Пусть и она сюда идет. Вместе в саду поедим. Она с дороги. Сразу в свои покои пошла. Куда ездила? Хоть и Джемаю навещала? Да нет, с принцессой, наверное, виделась. Повелитель, здравствуйте. Хюрем, что такое? Тебе не здоровится? Голова болит что-то. Тому есть причина? Изабелла? Зачем ты в охотничий домик ездила? Что тебе там было нужно, Хюрем? Отвечай. Хотела узнать, как поживает гостья повелителя. Ты заботься лучше о твоих и моих детях. Дела государства пусть тебя не волнуют. Больше тебе ездить туда не следует. Холодный компресс тебе поможет. Что же, пожалуй, хватит, Ибрагим. Ступай, хоть и Жи тебя ждет. Госпожа во дворце, государь. Валиде сегодня в султанском зале большой праздник устроила. И по какому же это случаю? Входи. Повелитель. Паша. Принцесса Изабелла прибыла. Я вам решил сообщить. Как так? Принцесса во дворце? В султанском зале. Кто посмел без моего ведома принцессу во дворец привести? Тебе жить надоело? Повелитель, Валиде Султан об этом лично распорядилась. Здравствуйте. Значит, здесь вы и живете. Вам не нравится покой? Что вы, нет, нравится. Здесь так красиво. Вы здесь над колье трудились? Угу. Надеюсь, вам оно понравилось? Чудная вещь. Очень красиво. Вы столько дней над ним работали. Было бы бестактностью его не надеть. Неужели я удостоился похвалы? А можно мне пройти на балкон? Красиво как. У нас в замках такого не увидишь. Вам очень повезло. Мы, варвары, обладаем самым красивым городом в мире.
Да забудьте вы, что я сказала. Я ведь тогда совсем вас еще не знала. Я с чужих слов повторяла. Значит, теперь вы думаете не так? Нет. На нашей террасе. Хюррем. Что вы сказали? Ничего. Вернемся внутрь, вы замерзли. Изысканная вещь. Это подарок, который мне очень дорог. Его мне сделала Хюррем. Хюррем. Она ведь ездила к вам. Верно. На днях. Приезжала посидеть со мной. Узнать, как я. Красивая женщина. Красавица. Второй такой не найти, Хюррем, все для меня. Мы проходили по золотому устланному пути. Мне сказали, что он лишь для избранных предназначен. Вам правду сказали, принцесса. Ваши избранницы, они могут оставить вас, когда пожелают? Если вам хочется, вы всегда можете уйти. Я хочу знать, что будет дальше. Все думают, что я погибла. Вы говорите, новая жизнь. Какой эта жизнь будет для меня? Это время покажет. Зачем вам все это нужно? Да. Повелитель, Хюррем Султан пришла. Проси. Повелитель. Добрый день. И мне тоже стало скучно на празднике. Вот я и подумала, что веселее будет с вами поговорить. Вы всем довольны, принцесса Изабелла? Ну, здравствуй, Хюррем. Я тебе рад. Пришелся вам дворец по душе? Да, вполне. Мы как раз это обсуждали. Хотите по дворцу погулять? Буду рада пройтись. Вы так любезны. Только мне уже пора. Как жалко. Мою комнату вы так и не посмотрели. Да, не получилось. Но в другой раз... Непременно.
Принцесса приехала в колье. Разве ты не мне его делал? Отчего я ей отдал? Так нужно, я так решил. Ты лучше иди к себе, Хюрем. Как жаль. Любовь моя, жизнь и смысл. Где же тот Сулейман, что мне это говорил? Лгут глаза. Он не здесь. Повелитель. Султан Сулейман хан Хазрет Лири. Здравствуй, сынок. Хорошо ли тебе спалось? У меня к вам разговор. Похоже, это что-то важное. Зачем вы позвали принцессу во дворец, Валиде? Мне хотелось с твоей гостьей познакомиться. Что тут дурного? В государстве политика – дело мое. За своей спиной интриг не потерплю. Принцессу в гаремные игры втягивать незачем. Что же это за политика такая, что ей достается и внимание, и дары, достойные избранных твоих наложниц? В гарем ты ее не взял, чтобы Хюрем не обидеть. Принцесса, признаю, очень красива. Да к тому же она знатного рода. Слышал, ты ее отсылаешь? Ты же в ней души не чаяла. Страстью назвала, так ведь? Отчего ж отдать ее решила? У вас страсти ко мне нет. Ей у другой теперь место. Ты думаешь, я тебя разлюбил? А что прикажете мне думать? Я протянула вам кинжал. Молила, чтобы вы убили меня, и вы дали слово. Пообещали мне, что этого больше не повторится. Я верила вам всем сердцем и всей душой. Теперь я вижу. Я родила вашей семье трех шахзаде. Только знаю теперь, что роди я хоть десяток, в том нет толку. Но поверьте, я не такая, как Махидевран. Принцесса Изабелла всего лишь моя пленница. Ты зря расстраиваешься, не стоит это того. Если правда так, не держите ее здесь. Умоляю вас. Отправьте отсюда как можно скорее. Придет время, так я и поступлю. Ты не торопись. Скоро все узнаешь. Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Султан Сулейман, добро пожаловать. Что-то случилось? Вас словно что-то терзает.
Тяжелый был день. Вот решил передохнуть, хоть немного от дел отвлечься. Что же вас так расстроило? Ибрагим Паша тяжело болен. Потерял сознание прямо у меня на глазах. Что за напасть? Это опасно? Вы не забыли? У вас во дворце вчера я задала вам вопрос. Конечно, я не забыл. А колье, почему я подарил его вам? Так вот, мне бы хотелось узнать ответ. Прошу вас. Змея! Принцесса! Принцесса! Прошу, успокойтесь. Садитесь. Садитесь. Спокойно. Куда она вас укусила? Куда она укусила? В ногу. Принцесса, я вам помогу. Стража! В комнате змея, немедленно убейте ее! Послали за врачом? Послали, повелитель. Лекарь уже идет. Сулейман. Принцесса, она приходит в себя. Сулейман. Я здесь. Как она? Ей стало хуже? Ее жизнь вне опасности, повелитель. Вы вовремя удалили яд, и он не успел распространиться. Но сегодня ночью она должна оставаться под присмотром врача. На тот случай, если ей станет хуже. Оставайтесь здесь, делайте все необходимое. Температура быстро падает, повелитель. Через несколько дней поправится. Иншаллах. Йосеф Эфенди еще ни разу меня не подводил. Пусть его наградят за все, что он сделал. Будет сделано. Как себя чувствует принцесса? Жива. Думаю, ей повезло. Я был рядом и высосал яд. Это ее спасло. Скоро она поправится. Вот и славно. Но кругом густой лес. Там много опасных животных. Если хотите, мы перевезем принцессу в другое место. Не нужно. Сюмбелага проследит, чтобы змею поймали. Этого достаточно. И передай, что я приеду поздно, чтобы во дворце не беспокоились. Как прикажете. Здесь.
Принцесса, вам нужно отдыхать. Не уходи. Здравствуйте. Добрый день. Как вы себя чувствуете? Ничего не болит? Не болит. Вы ночевали где-то здесь? Вы были так напуганы, просили меня остаться. Простите меня. Я была очень больна. Что я наговорила? Не беспокойтесь, принцесса. Вам не за что извиняться. Я никогда не забуду. Вы меня спасли от смерти. Были со мной рядом. Большое спасибо. Но что? Мне неловко говорить. Все, что происходит с нами, невозможно. Никак. Нельзя.